Аромат шоколада сводит с ума. Его любят и дети, и взрослые. А оторваться от очередной плитки любимого десерта бывает отнюдь непросто. Злоупотреблять сладким диетологи не советуют. Поэтому сегодня вместе разберемся, как выбрать полезный шоколад без сахара. Один из самых популярных десертов – это шоколад. Мы все его любим с детства. Сейчас на прилавках появился шоколад без сахара. Для тех, кто следит за своим питанием. Скажу так, что калорийность этого шоколада не меньше, чем в обычном шоколаде, но там зачастую более такой полезный состав. Как правило, шоколад без сахара имеет в составе очень большое количество какао-порошка, какао-масла, вот, то есть это хорошо. В составе качественного шоколада вы не найдете растительные жиры или гидрожиры. Советуем выбирать десерт без соевых, пшеничных и растительных компонентов. Так производители удешевляют продукт и делают его менее вкусным. При выборе шоколада именно без сахара обратите внимание на то, чем заменен сахар. Что если вы хотите получить все-таки более сладкий продукт, да, если сахара нет вообще, то это будет такой достаточно пластилиновый вкус, и не каждому он подходит, не каждый его оценит. А вот сладкий шоколад без сахара, как правило, имеет в составе какой-то заменитель. Либо это натуральный заменитель, допустим, эритрит, либо стевия, либо это химический заменитель, но его, естественно, лучше не употреблять. Покупателям стоит обратить внимание на срок годности шоколада. У натурального продукта он не превышает 6 месяцев. Если шоколад с начинкой, срок годности должен быть не более 4 месяцев. Если вы видите более длительный срок хранения, скорее всего, в плитку добавили консерванты и антиокислители. Также в составе шоколада могут быть орехи, могут быть сухофрукты. Обращайте внимание, чтобы в составе не было консервантов, так как сухофрукты зачастую у нас обрабатываются консервантами, и, соответственно, в шоколаде они тоже могут присутствовать. Еще один интересный продукт «Шоколад без шоколада» – это шоколад, сделанный из керба. Да, то есть это как альтернатива нашему обыкновенному шоколаду, может служить заменителем, особенно для людей, у которых есть какая-то аллергическая реакция именно на обыкновенный шоколад. Качественная плитка шоколада всегда блестит. Проверить натуральность десерта можно, отломав дольку шоколада. Если вы услышали звонкий хруст, перед вами продукт высокого качества. Теперь вы знаете, как выбрать шоколад без сахара. Приятных покупок и будьте здоровы!